Привет. Каждый выход в город, сейчас я в Вашингтоне, для меня это целое приключение. Потому что сейчас я первый раз еду на автобусе. Нужно осваивать общественный транспорт, поскольку я еще не вожу машину. Я пыталась сесть на автобус, в итоге пришла не на ту остановку. Мне люди указали, куда нужно идти. Я как могла объяснила, куда мне нужно. В общем-то, я еду сейчас к своей ученице. Меня попросили позаниматься музыкой. Вот, и как бы мне ничего другого не остается, как учиться вообще всему, учиться разговаривать, общаться с американцами и ездить на американских автобусах. Вот, автобус полупустой, но очень комфортный. Я покажу салон. За рулем чернокожий водитель. Я ему сказала, на какую мне станцию нужно, на какую остановку. По-моему, он меня не понял. Здесь оплата производится вот такими пластиковыми карточками. Вот. Ее нужно было пополнить на станции метро. Здесь у меня на счету $10 проезд, в зависимости от расстояния колеблется от $1.25 до, может быть, до $4. Метро здесь дороже. Вот, эту карточку нужно прикладывать к специальному автомату, который стоит около водителя. Вот. Ну, я вот еду, такая лягушка-путешественница. Хочу сказать, и у нас уже пахнет весной, снега почти не было. Говорили, в феврале будет снег, но сегодня мне сказали, тьфу-тьфу, не накаркай, потому что уже все ждут весну, и все здесь люди на машинах. И когда здесь бывают снегопады, здесь проехать бывает очень сложно. Сегодня сказали, что близко океан, и с океана может все что угодно принести в очень короткое время. Вот это вот салон автобуса, очень симпатичный, мой любимый цвет, синий салон. Здесь аж 3 пассажира. Там дальше улицы Вашингтона. Мне нужно проехать 17 станций, это займет около получаса времени. И я еду в район Национального зоологического парка. Это знаменитый зоопарк вашингтонский, один из лучших в мире. Входит в 10 лучших зоопарков. Там я тоже надеюсь побывать. В любом случае, я еду в том направлении, там живет моя ученица. Надеюсь, я не заблужусь. 2501 Porter Street. Каждая остановка здесь объявляется и высвечивается на табло название улицы. Williamsburg Lane. Правда, я ничего не понимаю, что там говорят. Вот так вот все сложно.